Всем привет! Сегодня я буду снимать швы у индюшки. Чувствует она себя хорошо. Вместе со всеми бегает, играется, кушает. Гоняет кур, гоняет уток. И сейчас приступим к съему швов. Индюшка обездвижена. Я одел ей опять перчатку на голову. Связал ноги. Сейчас посмотрим нашу болячку. Выглядит она отвратительно. Ну вот так вот. Блин, я даже показать не могу, все перья заросло. Но все равно куски остались так болтаться. Но они чистые, сухие. Сейчас буду снимать нитки. Ну вот, я снял швы. В принципе, все заросло. Рана сухая. Даже ничего не нужно обрабатывать. Главное, индюшка выжила. Я думаю, вот это как-нибудь потом подтянется у нее. Будет все нормально. Так что мы живы, здоровы и довольны жизнью. Давай снимать с тебя будем веревки. Так, ноги развязали. Подожди. Ну вот, пошла она с веревкой. Ну, индюшка здорова. А если бы не предприняла эти меры по зашиванию, скорее всего, ее ждала бы смерть. Кстати, у меня сейчас индюк умирает. Лечил чем мог его, и антибиотиками, и колол. И вообще непонятно, что за фигня. Есть вероятность, что это проблема у него с пищеварением. Возможно, с зобом. И промывал я его. Но ничем это хорошим не закончилось. Сейчас я вам его покажу. Был очень хороший индюк. Весил около 11 килограмм. Последний раз я его взвешивал, был 5,5. Похудел в 2 раза. Забивать я его не вижу смысла, потому что он весь пропитан антибиотиками. Ни фурозолидон не помог, ни трихопол, ни проколка внутримышечная. Картина грустная. Остался у меня один индюк. Был выставлен на продажу. Хорошо, что не успел его продать. А то остался бы без индюков. Вот здесь в теплице я уже весь навоз отсюда вынес, засеял овсом, который птицы прекрасно потребляют. Ну, посажен был здесь не для этой цели, а для того, чтобы немножко извлечь азот лишний из почвы. Иди отсюда. Уходи. Ну вот индюк. И кормил я его из шприца, и поил. Но никаких положительных тенденций не вижу. Скорее всего, нам осталось жить максимум 3 дня. Он уже не встает. Убивать я его не буду, сам умрет. Спокойно. Такой хороший индюк был. Правда, второй, он более ручной, этот диковатый был. Второй постоянно за мной ходит по участку, как собака. Бедняжка. Ну, я ничем тебе помочь уже не могу. Что вот случилось с ним, вообще не понимаю. Ладно, лежи. Эту теплицу вторую я также привел в порядок. Засеял горчицу. Вот она уже всходит. Правда, вырасти ей никто не даст, потому что у меня вот здесь друзья живут пока. Скоро их переведу в другое место, но пока они тусят в теплице. Это вот детки. 6 штучек у меня вылилось. Ай-яй-яй-яй-яй. Да.
хорошо растут, уже выросли раза в 3, наверное. А по времени я даже не могу сказать им сколько. Недели 2, возможно. Как же хорошо, когда они с мамашей ходят. И убирать за ними не нужно. И она покажет, что покушать, что попить, где погулять. Периодически выпускаю их на улицу. Вот сегодня бегали, уже купались. И еще у меня есть утка. Скоро должна вывести уже. Здесь же она сидит. Поэтому с теплицы пока делать ничего не могу, чтобы утку не беспокоить и не переносить отсюда. Утятинка, не кусаемся. Надо, кстати, у тебя смотреть, может, он тут уже вывелся? Дай гляну. Никого еще нету. Вообще-то тебе хорошо бы посмотреть яйца на оплод. Хотя с оплодом проблем никогда не было, всегда все яйца оплодотворены были. Даже вот утка выводила, должно было 8 вывестись, но один замер, даже не расковыряв яйцо. А второй расковырял и не смог вылезти. Вот такие дела на сегодняшний день. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Пока.